Нажми на кнопку, получишь результат. Новенькие трамваи «Львята» оснащены адресной системой открытия дверей. Сделано это, чтобы в холодное время сохранить тепло в транспорте. Пассажиры, которые хотят выйти или войти на той или иной остановке, могут нажать на кнопку, чтобы открыть дверь. Во время движения водитель трамвая блокирует двери. Эта манипуляция исключает возможность выпрыгнуть из вагона, тем самым подвергая себя опасности. Особенно я вот не доверяю, так скажем, молодежи, которая поиграться, и я бы быстрее бы дошел пешком. Я, например, встала, он открыл дверь и пошел, а там машина. И ответственность она мне, то, что я позволила себе дверь заблокировать, и человек может попасть под колеса. При большом пассажиропотоке право на управление дверьми остается у водителя. На приборной панели «Львенка» установлены камеры обзора, через которые хорошо просматривается загруженность вагона. Использовать систему адресного открытия дверей лучше всего ранним утром 5-6 утра или поздним вечером 7-8 часов. В этом году на ульяновские рельсы встало 29 новых вагонов. «Львята» оказались полностью адаптированы к холодной зиме. В салоне поддерживается установленная температура. Для этого в трамвае предусмотрено 8 элементов электрообогревательного оборудования. Ну, вы сами прекрасно видите, что, во-первых, здесь все сделано по последнему слову техники. Все двери имеют хорошее утепление. Значит, также хорошее остекление имеет салон подвижного состава, теплое сиденье. Модернизация электротранспорта на этом не заканчивается. Уже к первому месяцу весны для пассажиров станет доступна новая карта «Тройка». Проект пилотный, уникальный для региона. Сейчас карта находится на этапе подготовки к запуску. Я знаю о том, что будут, конечно, вопросы для пассажиров, конечно, это приобретение данной карты, пополнение данной карты. Я думаю, что будет подготовлена инструкция. Мы все доведем до уважаемых жителей и гостей города, где ее можно будет приобрести, как ее пополнить. И если какие-то вопросы будут возникать, то будет телефон, наверное, поддержки данной карты. В перспективе карта будет распространяться на все виды общественного транспорта. Пока же обновление начнется с троллейбусного парка «Заволжье». Александра Никитина, Владимир Куликов. Новости Управда ТВ.